Чтобы узнать, какие преобразования уже сделали жизнь в Химках комфортнее, работники компании Global Edge провели круглый стол. На встречу пригласили лидеров движения общественной поддержки «Химки. Интересно жить» Михаила Раева, Инну Монастырскую, Владимира Суслова, Александра Васильева, Татьяну Недосвети и Глеба Демченко. Они рассказали о ходе реализации инициатив химчан. Начну с примеров. Значит, у нас 14 школа. Со вчерашнего дня началось строительство футбольного поля, 4 беговых дорожек и прыжковая яма. За эту инициативу проголосовали 3,5 тысячи человек. Среди реализованных инициатив – запуск речного трамвайчика, благоустройство парка «Экоберег». Воплощаются в жизни творческие потребности химчан. Мы уже организовывали очень много концертов в «Экобереге», в парке Толстого. Мы открыли хореографические классы для взрослых и творческую художественную мастерскую тоже для взрослых, которые ведут наши преподаватели. Поэтому я вас приглашаю. Есть инициативы, требующие детальной проработки, а есть и те, что не требуют больших финансовых затрат и могут быть реализованы в короткие сроки. Где-то лежачий полицейский, коронирование деревьев, дополнительное освещение, пешеходная дорожка, ямочный ремонт и так далее, и так далее. Какие из них будут реализованы, выбирают сами жители, голосуя на сайте. Напомним, инициативы размещены на сайте Хиж Онлайн. Реализованы в первую очередь будут те инициативы, что наберут больше голосов. Поэтому уровень комфорта в городе будет зависеть от активных и неравнодушных жителей Химок.